Всем привет! Покажу сегодня немножко своих покупок. Тут есть немножко косметики, куча детского и немножко Алиэкспресса. Вот. В общем, долго тянуть не будем. Все сразу. Значит, кепка. Мы ее носим уже, как бы. Ну, детская кепка, естественно, да. Носим, но хочу показать вам. В общем, качество очень классное. Блестящие уши. Еще ни один страз не отпал. Все отлично. На самой кепке тоже. Вот. На козырьке. Все на месте. Это, оно не как. Оно пришито, на месте стоит. Это не те, которые переворачиваются. Обычная, в общем, джинсовая кепка. Это сайт Arctic. Не знаю, если она еще в наличии. Если что, я ссылку дам на сайт. Посмотрите. Вот. Так. Купила малую сумку. Она еще великовата для нее, но как бы на вырост будет. Фирма Альба Сабони, она вроде как кожзам, но все так хвалят. Говорят, что очень качественные сумки, там масса, и детских есть. Вот. Вот сайт, кстати. И женских, и косметичек, чего у них только нет. У них, кстати, есть где-то магазины, стационарные, можно пойти посмотреть. Но я брала через сайт. Наверное, не покажу. Ничего не видно, да? Ага. Так. Украина. Хорошо там. Не написано. Что тут? Штучная шкира. 100% полиэстер. Посмотрим. Ребенку как бы такая милашная сумка. С пандочкой. Немножко ниточка торчит, надо обрезать. Такое. Вот. Дальше. Тут белорусская косметика. Чуть-чуть. Так. Здесь тушь Люкс Визаж. Вот она коричневая. Она коричневая написана. Давайте откроем. Прям сразу с вами. Тут даже написано, что коричневая. Так. Коричневая, да? Силиконовая. Ух ты, там такая заглушка. Не видно, наверное. Темно-коричневая. Посмотрим на ресницах. Люблю коричневые туши. Не так... Более естественный макияж, короче, получается. Так. Это у нас... консилер жидкий номер 501. И как это называется? Латваш. В общем, брала самый светлый тон. У меня очень бледная кожа. В детстве мне говорили, что я вообще что-то надо со мной делать, потому что я очень бледная. Так. Такой белесый какой-то, конечно. Хотя круги под глазами замазывать. Вообще в ноль растушевался. Так. скраб для тела какой-то. Бакинг сода. Бомба копчения. Так, что тут пишут? Деликатный скраб для тела с эффектом удивления. Кофе тонкого помола мягко отшелушивает ороговевшие частицы кожи. Морская соль и сода глубоко и бережно очищают поры. Масло рисовых отрубей устраняет сухость и ощущение стянутости. Вот, ну, посмотрим. Открыть. Заглянем. Ну, там вот такое вот. Не знаю, видно, крошка, короче. Пахнет так себе. Вроде бы кофе. Не знаю, что мне. Запах мне не очень. Совсем. Ладно, попробуем. Может, он классный скрабик. Так. Так. Пошло Али. Взяла вот такие вот бусинки. Вот. Это получается как кнопка идет. Такая бусинка. И в нее вот такая штучка. Просто втыкиваете, придавливаете и все, и готово. Не надо ничего не шить. Вот. Вообще очень легко. Ну, главное, силой придавить. Дальше взяла булавки. Тут две штуки, но они по одной продаются. Булавка. Вот так вот. В общем, втягивать можно резинку ее. Это для тех, кто шьет. Вот она так просовываешь, зафиксируешь. И, в общем, кто втягивал резинки, тот в курсе. Взяла две штуки. Так, дальше. Точно такие же. Ну, они не совсем круглые, они как бы... придавленные. Вот, видно. Вот, точно такая же. Ну, технология крепления. В общем, тоже там в дырочку всовываем. И все, и готово. Там просто белая, а здесь разноцветная миксом. Вот. Для тех, кто шьет, опять же. Иголки для... для шитья. Двойная игла. Здесь их три размера. Разное расстояние между иголками. Вот. У меня нет распашивалки, поэтому вот пока с ними. Вот. Они шьют не очень, не то что качественно, но нитка не так хорошо держится, если на распашивалке. Вот. Ну, пока распашивалки нет, приходится так закручиваться, потому что зигзагом я не люблю вообще. Вот, вот такие камушки. Это не Али, по-моему, это уже наш сайт. Вот такая красота. Они так блестят. Вот. Просто класс. Там столько цветов было, но я вот когда не знаю, как оно по качеству, я лучше чуть-чуть взять, чем нагребсти. Вот. Для банты можно делать, как брошки. Ну, вообще это заколки. Заготовки для заколок. Это такой крабик. Жесткий какой. Ну, можно и брошку, и прицепить на одежду. Тоже такие вот. Не помню, сколько тут сантиметров, правда. они небольшие. А это конкретно уже для брошки. Булавки. Вот такие вот. Так, с подружкой взяла вот таких вот бантиков. Классные. Мне очень понравились. Вот. Это резинки. Ссылку не дам, потому что это не через сайт. Ну, классно. Так, дальше. Две маски взяла. Куда без масок. Вот. Обычная неопреновая маска. Не знаю, надо померить. Ну, маска и маска, в общем. Повседневная вещь нашего бытия. Так. Тонер какой-то с улиткой. Шейл. Что-то из корейцев. Тоже подружка меня угораздила. Понятия не имею, что это за тонер. Ну, он недорогой. Вот. Так, господи, как же ты открываешься. Сейчас. Что там за тонер? Пластик. Естественно, он столько стоит, какое там стекло. Пимпочка. Пахнет приятно, косметический, не сильный запах. Не знаю, попробуем. Так, и остались три шапки. Купила мало шапок разных размеров. Потом у нас приходят холода и нечего ребенку одеть. Так, все одной фирмы. Talvi Kids. Вот. Ну, тут тоже переворашка. Ну, такое себе, конечно. Так, шапка плотная. Достаточно такая жестковатая и плотная. Так, размер вот такой. 48-50. Малый объем головы 50. Ну, я набрала разных, потому что они все по-разному сидят. Будем смотреть. Так, другая. Ильзе какая-то 50-54. Бордовая. Мягенькая, очень мягенькая такая и не... Ну, это жестенькая такая была, это мягкая и она не очень плотная такая, средней плотности. Такая шапка. Вот. Это, кстати, с ушами. Если кто-то не заметил, как блестят. Вот. И еще одна. Совсем простенькая. Тоже мягкая, но она какая-то не очень приятная. Ну, посмотрим. Это 52-54. Ангора и Лукра. Почти 97 ангора процентов. Кому нужен сайт? talviukraine.com. Вот. Размер 52-54, да. Так. Мне кажется, она самая маленькая, хотя по размеру так. Ну, вот так вот она выглядит. Бежевая шапка. С ушками. Померяем. Будем мерить. Лето, к сожалению, закончилось. Почти. Вот такие были покупки для сегодня. Вот. Ну, что-то купила сегодня, что-то только дошло. Вот такое. В общем, всем пока. Приходите.